Итак, мы приехали на карьер. Кирюша дрыхнет. С горы город видно. Это озеро. Наше. Такое уж большое стало. Угу! Ух ты! Не подходи. Обвалится. Вот смотри, куда машина он приезжает. Да. Ну там он вроде легковушка, да, вот правая. Не знаю, не видно. Тот он тот внедорожник. Вон дорога, видишь, идет. Вот так вот объехать и сюда. Но тут что плохо, нет, деревьев нет. Вот тут вот тепло, вода теплая, можешь купаться. Здесь ветра нету. А вон там вот на самом деле, наверное, вон там это вот эти сетки стоят. Потому что, видишь, рыбы. А не рыбы эти, как их? Чайки. Не чайки, да, бакланы. Там бакланы, что ли? Наверное. Они же там, где рыбы. Вон тот на лодке рыбачит. И вот он, Динавель сказал, туда он, в конец. Там, говорит, места такие хорошие как раз есть. Сюда, Кирюш, нельзя, блин. Будут лезть. Небо от воды отражается. Ходи близко, Володь. Да тик, я не это. Чего и не это? Володь, уйди, а. Вот, блядь, на тебя Кирюш так будет тоже поступать. Лезть будет.